Каждый мужчина, пришедший в Чувашский национальный музей и музейно-выставочный центр в течение этих трех дней в сопровождении представительницы прекрасного пола, оплачивает только свой билет, а его спутница знакомится с экспозициями и выставками совершенно бесплатно. Это, конечно же, наши постоянные выставки. Национальный музей – это археология, потом история края с 9 по 19 век, по 20 века, Чуваша в 20 веке, природа Чуваши, мелодия камня, а также музейно-выставочный центр нашего музея. Это музей воинской славы и традиционно обрядовый зал. Также каждый желающий может своими руками изготовить оригинальный подарок для своего любимого человека. В 13:00 это будет сладкая роза, а в 15:00 тарелка и украшение тарелки в технике декупаж. Для того, чтобы участвовать в мастер-классе, с собой ничего приносить не нужно. Все материалы предоставит Национальный музей. Просто нужно заранее записаться по телефону.